запрещено. Вы гражданин России или Украины? Еще полбеды, а то у них и квартет бывает с усилителем. Но они идут, пишут заявку. Я понимаю. Департамент транспорта. Я понимаю, сейчас коронавирус им не разрешается. Я просто говорю, что и я коронавирус играю. Но я-то мало мест, никому не мешаю. Вы знаете, что это незаконно? Так вот это будет. Люди, мы работаем на людей. Вот полиция. Вы работаете на людей, когда вы открываете ИП, встаете в налоговую на учет. Вот. Да, у вас есть кассовый аппарат. Вот у меня есть документы, я детям помогал, я сейчас редко. Налоговая отчетность о том, куда вы тратите эти пожертвования, и все чеки сохраняете, а это нелегально. И чтобы получить разрешение, вам нужно писать в департамент транспорта города Москвы, получить разрешение, лицензию, предоставить им ИП и все там и так далее. Длинную дорогу нарисовали, что я не доживу. Это нельзя, понимаете? Это как если вы кому-то морду разобьете и скажете, ну я тут как бы долго оформляться, я так без документов морду разбил. Нельзя.